Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас жених и три невесты. Дерзкая Вероника, эмоциональная Наталья и непредсказуемая Яна. Жених у нас Александр. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Я верю в любовь с первого взгляда. Сегодня я сюда пришел, чтобы найти девушку для серьезных отношений. К сожалению, я сегодня один, потому что мои друзья меня немного подвели. И у меня вся надежда на вас сегодня. Александр, 27 лет. Две девушки Александра мечтали выйти за него замуж и родить от него детей, но отношения не сложились. Первую возлюбленную Александр уличил в неверности, а вторую устал содержать. Александр совладелец фитнес-клуба, играет в хоккей, любит поесть на ночь, много времени проводит на тренировках, мечтает прыгнуть с парашютом и побывать в космосе. Предупреждает, что имеет вспыльчивый характер. Его никогда не заинтересуют неряшливые и курящие женщины. Его избранницей может стать воспитанная длинноволосая девушка, которая умеет вкусно готовить, мыть посуду и будет разделять его любовь к спорту. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Бедолага. И по истории бедолага. И пришел один без поддержки. Так получилось. Как тебе, молодой человек? Ну, такой интересный достаточно. Да, достаточно интересный внешность. Разносторонний. Что же ты такой? 27 лет, и профессия, и такой вы симпатичный, и здоровый, и без вредных привычек. Что же у вас с женщинами не везет никак? Ну, почему так... они все хотят пользоваться вами? Как сами-то думаете? Мне кажется, не то, что пользоваться, просто как бы поступил в университет, был молодой, 18 лет, встретил девушку, влюбился безумно. Ну, вот, была старше она меня. Вот, встречались с ней около где-то, наверное, 3 лет, может быть, чуть побольше. Вот. Учился, все было хорошо, меня, в принципе, все устраивало. Но, как оказалось, значит, не все устраивало ее. Чего хотела-то она? Она хотела, наверное, жениться и детей. А я не то, что был как бы не готов, просто я ей сразу объяснил, что сначала, в первую очередь, нужно как минимум институт надо закончить и трудоустроиться. Да, то есть девчонки, вы такие странные. Вот у вас, когда приспичит выходить замуж и рожать детей, вы ни на что не смотрите. Не то, что придется жить с родителями какое-то время. Не то, что у него впереди вообще ничего не мальчик. А потом у вас претензии. Послушай, я выходила замуж, я думала, что у нас будет там пятикомнатная в центре, а этого ничего нет. Если вы с большими претензиями к жизни, выходите за готового. Ну как можно требовать от мальчишки, от студента чего-то? Ну, любила она его, Ларис. Ты допускаешь, что есть любовь, которая застит глаза. Тогда хочется... живите в коробке из-под телевизора, без каких-то требований. Ну где же взять все это? Ой, я детей как раз хочу, на самом деле. Да ладно, сейчас я молодой. Саш, ты прекрасно знаешь. Вот расскажем ему про все твои желания. У меня были обязательные практики, куда мне нужно было уезжать там на месяц, на полтора месяца, раз в год. И она это знала? Конечно, я ее предупреждал. Она не была даже особо против этого. Вот, и со временем, уже где-то вот, к концу наших отношений. Жили, да? Вы знаете, как получалось то, что я учился в Москве как раз, жил в общежитии, она работала в Москве, она как бы тоже снимала там с подругами квартиру. Ну, в общем, где придется. Ну, если да. Комната свободна, есть, она к вам. На выходных, если подружки нет, на выходных вы всегда, то есть, как бы я ее забирал, и мы вместе жили у меня, можно так это назвать. Вот, как после очередной практики я приехал и начал замечать, что начались слишком частые звонки с работы. Ну, она мне это все объяснила тем, то, что по работе там и на выходных как бы это началось. Ну и, соответственно, я как бы никогда не люблю смотреть чужой телефон, никогда этого не делаю. Вот. А она тоже как бы никогда это не смотрела, не мой телефон. Такие у нас были с ней доверчивые отношения друг к другу. Но я посмотрел и, ну, заподозрил то, что у нее. И вот вы хитренький. Когда увидели, однажды, что она часто прячется то в ванной, то еще где-то с телефоном, да? Телефон берет с собой, вам звоночек, вы решили заглянуть. Увидели, что в телефон вбит какой-то Вася чужой. Да, и вы было. Решили перехитрить ее. Да, так и было. Васю-то оставили, а номерок свой вбили. Да. Слушай, это такой очень грамотно. Тема, да, такая. Да. Свой номер не всегда. Не каждый так догадается. Только я уехал из дома, ну и пришла мне волшебный СМС. Люблю, вот. Не могу. Люблю, не могу, жду звонка. Мой дурак уехал на рыбалку, да? А вы тут, получив смс-очку, и нарисовались. Я вернулся сразу, как бы показал телефон. Вот. У нее разрыв сердца, конечно. Да, слезы. То есть я как бы сам тоже очень сильно переживал по этому поводу. И зачем вы переживали-то? Ну, знаете, обещания жениться не давали, пользовались молодым
телом девичьим. Ну и она же пользовалась им. Послушай, а потом взаимно все-таки. Она с надеждой. Рось, а вот смотри, а как не попользовавшись, можно жениться? Ну вот сейчас другое время. Нет, можно. Ну, а Рось, чего? Только у вас у татар осталось. Уже более нет, умные девушки, они как раз сначала вот доступ к телу после свадьбы. А ну, свадьба, она поди знает. И вот так они до 40 лет. Она пыталась его заманивать всеми силами. А когда не получилось, когда вы ей показали эту смс-очку, вот она поплакала, вы не стали ее прощать? Знаете, мне было очень тяжело на тот момент, потому что все-таки это была моя первая любовь. Ну и простил бы, Саш. Знаете, я попытался простить, но все равно все-таки я со временем понял, что я не смогу это сделать, потому что на почве ее измены все наши скандалы, можно так сказать, они как бы продолжились. А не значит ли это, что вы теперь всех девушек будете подозревать и будете там... Нет, конечно. В телефонах? Знаете, я как бы привык строить отношения на доверии, и я считаю, что это правильно. Ну, это обычная история, на самом деле, измен такая, когда человек только за дверь, и, значит, чувств уже нет, я так думаю. Саш, в общем, вы парень хороший, вы нам нравитесь. Мы сегодня постараемся вам подстать, найти девушку, но вы тоже помогайте, не сидите здесь носом не клюйте, ладно? Конечно. Сейчас вот умных девушек послушаем. А вот вы хоккеист, да? Да. Вообще, а для чего вы так профессионально тренируетесь? Практически чуть не каждый день. Я полюбил спорт, можно сказать, раньше, чем девушек. Это произошло в 9 лет. А вот. Вы знакомитесь тогда с девушками? Потому что, я так понимаю, вон бизнес у вас, да. Спорт такой плотный. Вы когда с ним знакомитесь-то и где? Ну, на выходных. Все равно у всех же есть выходные. Ну и куда ходите? Ну, по клубам с друзьями тоже как бы хожу. Все по клубам. А потом на хоккей тоже можно познакомиться. Известный комик Майк Майерс, который Остин Пауэрс, познакомился с женой на хоккей. Он хоккейный фанат, и ему в него попали шайбой, а жена его реанимировала. Василис, вот ты смотрите, видела этих фанатов-то хоккейных? Господи! Ой, они сейчас такие умные. Ну, сейчас конечно. Приходят. Посмотри, все богатые барышни, которые вышли из спортсменов, а они сами себе ничего себе не представляют. Но они знают, что в перспективе там будут большие деньги и высиживают их. Но я не про это хочу. Вот посмотрите, ну, ни для кого же не секрет, что молодые девчонки сегодня в большинстве своем корыстные. И вам попалось тоже корыстное. Вытаскивают из вас деньги. А вы просто тяжело расстаетесь с деньгами? Или у вас их не было на тот момент? Вы расскажите, знаете, историю. На тот момент как бы просто так получалось, то, что родители, конечно, помогали. Вот, можно им сказать спасибо большое. Ну, родители помогали вам, да. А родители не собирались содержать чужого человека. Как бы ели все хорошо и отдыхали, но все равно, например, не хватало там на вторую машину, можно так назвать. Обалдеть можно, аппетит. Ты представляешь, у нынешних девушек? Нет, а телефон, все это он ей покупал на деньги родителей. Нет, почему? Я сам зарабатывал на это. Ну хорошо, он телефон заработал. Она что, не понимала, что вы на машину... Даже мне муж машину не дарит, блин, кстати. А вот я хочу сказать, поэтому и не женился, возможно. И девушкам тоже нужно мотать себе на ус. Хочешь, чтобы тебя взяли замуж, сделай что-то для брака. Такая кофточка красивая, встань, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. А это покажет на всю страну, я надеюсь. Ух ты, а юбка откуда? Ай, красотка какая. Александр, а вы-то сами чего хотите? Ну, вы знаете, после таких долгих отношений, в принципе, как бы я понял, какая мне девушка нужна. Какая? Какое счастье? Вот прямо мы слово в слово запоминаем и такую будем искать. Вы знаете, во-первых, мне как бы нужна... Всегда, я всегда смотрю сначала на внешность. Правда? Да. Оригинал. Редкий случай. Вы единственный практически. А остальным лишь бы человек был хороший, знаете? Вот. Потом, соответственно, ну, чтобы она была интересная, добрая, чтобы она умела готовить, конечно же. Ты посмотри, какие оригинальные. С двумя высшими образованиями. Первое образование должно быть педагогическое, второе финансовое, но еще при этом она должна закончить технику кулинарной техники. Не забывайте про родителей дипломатов и накопленные уже какие-то блага материальные. Саш, какую кухню ты любите? Ой, вы знаете, я вообще не прихотлив. Мне кажется, все-таки, наверное, больше всех русских, потому что мама очень вкусно готовит. Кстати, есть... если маме не понравится. А вы знаете, вот родители, они всегда так мне говорили, лишь бы мне нравилось. Примут любую, да. А что, вот так вот мам с папой простили, вы даже с мнением не будете считаться? Не, конечно же, я, например, может быть, прислушаюсь, что там уж не советуют. Хорошо, если она будет из неблагополучной семьи, так ли важно для вас мама, папа? Не, я послушаю, конечно же, родителей, но все равно сделаю по-своему, и они примут всегда мой выбор. 27 лет у меня был мужчина, ухажер, 27 лет, он был намного больше. Потому что я сама маленькая, я люблю, когда стена за мной. Роза и Василиса. Ну, что я могу сказать? Саша мечтает, как любой мужчина, умная, красивая, богатая, ну и весь набор, который прилагается. Ну, скажешь, приданным я имею в виду, про внутренний мир молчу. Правда, я всегда советую жениться 3 раза.
Но почему бы в вашем случае не попробовать? Сегодня я постараюсь как-то немножечко вернуть вас в реальную жизнь и освободить от всяческих иллюзий. Нет, вы никогда не женитесь. Жена будет сильна в чем-то одном. Либо вот такая красавица и умница, как Василиса. Правда, хорошо готовит, правда. Как я хорошо готовлю, я больше никаких не достойна. Да, ну ты вообще вот это вот. Поэтому, видите, у нас мы все три разные. И в комплект никогда не получится. Поэтому сегодня попытаемся разобраться, какие приоритеты. Вы хороший парень, будем вас сегодня женить на хорошей девчонке. Александр, вы, конечно, цените насыщенность чувствами в любви прежде всего. А это значит, что вам самому жениться не надо. Не в смысле того, что я вам не советую, а в смысле того, что вы внутренне не испытываете потребности. Поэтому до сих пор не женились. Объективно так. Но, к сожалению, как бы вы ни наслаждались в отношениях чувствами, даже не нуждаясь больше ни в чем, подумайте о том, что ваша противоположная сторона должна в этом нуждаться. И все-таки уже следующий ваш роман, я надеюсь, дойдет до ЗАГСа, но если он будет серьезным, разумеется, не просто так. Выбирайте девушку, может быть, не блестящей внешности, но блестящего характера. Прежде всего, должна быть доброй, но не в таком в банальном понимании. Как Лариса. Но нет, она должна быть открытой, искренней, очень щедрой к вам. И она должна быть достаточно мягкой для того, чтобы вас направлять в вашем жизненном пути мягко. Потому что вы, Водолеи, жениться не любите. А если еще и Водолеи Венеры в рыбах в соединении с Марсом, погулять нам хочется, чувств вкусить хочется, а вот в ЗАГС нет. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Александр. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Меня зовут Вероника, рада тебя видеть. Думаю, тебя не огорчить. Хорошо. Спасибо. Очень интересно, девушки, внешность, а вот экзотическая. Да, экзотическая. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем вы? С друзьями. Александр, Алекс. Давайте на вас посмотрим. Вероника, 19 лет, временно не работает, мечтает стать фотомоделью, гордится тем, что может сшить себе модный наряд, признается, что она наглая, дерзкая и влюбчивая, жалеет о том, что поссорилась со всеми родственниками. Сначала Вероника не смогла найти общий язык с мамой возлюбленного, а позже заподозрила парня в изменах. Надеется, что с Александром у нее не будет таких проблем. Какая интересная внешность. Ну, функциональности. Мама кореянка, папа русский. Вы жили в семье отца? Да. А папа жил с вами? Конечно. А мама куда делась? А мама работала все время. Потом они развелись. И мама осталась. Уехала? Да. Вышла папа... замуж за другого? Ну да. А вы общались с ней? Имели возможность общаться? Нет, я... Потом поняла, что когда я была маленькая, повзрослела, что нету мамы рядом. Я как-то сидела дома, и мне позвонила, к нам на домашний позвонила моя мама. Я не узнала мою маму, она говорит, доченька, это ты? Я говорю, да. А вы до этого думали, что дедушка и бабушка это ваши родители? Конечно. И тут вот нарисовалась ваша мама и говорит, доченька, на самом деле твоя мама я? Да. Вот, я была рада ее слышать. Мы встретили. Почему вы были рады? Вас бросила женщина, родная мама. Бабушка с дедушкой на вас положили жизнь, воспитывали вас, тратили свою энергию, время. А стоило один раз позвонить этой женщине, и вы сорвались с места и оставили бабушку с дедушкой? Да. Не жалко бабушку с дедушкой? Жалко. Вы ведь поссорились с ними? Ну, мама моя родная кровь. Знаешь, минусы в том, что она не семенинка. Да. Поссорилась со всей семьей, это ужасно. А по нему видно, что для него это очень важно. Да. Сколько вам было лет? Когда я услышала маму? 13. 13 лет. Из 13 лет по сегодняшний день, то есть 6 я лет... Я живу с мамой. С мамой. Вы счастливы? Да. Правда? Да. А я знаю, что у вас не так уж и хорошо, и не так гладко отношения с мамой складываются. Ну, у меня характер. С моим характером... А расскажите мне про свой характер. Я очень наглая, вредная. Вам это нравится мне быть такой? Мне это не нравится. Я хочу Если не нравится, значит, нужно в себе что-то менять? В принципе, знаю историю.
Я искренне сочувствую ей и хочу, чтобы у нее была крепкая семья, надежный мужчина рядом. Но я не думаю, сейчас, она не готова. Нет, не то, что не готова, он ей не подходит. Но мне кажется, она сама маленькая еще. Давайте помиримся с бабушкой, дедушкой. Давайте. У нас есть возможность вас соединить по телефону. Я не хочу. А я вам помогу. Дайте номер телефона, скажите. Это будет очень трогательный момент, если это произойдет. Как зовут бабушку? Людмила Ильинична. Алло. Людмила Ильинична? Ну да, я. Здравствуйте, это Лариса Гузеева, программа «Давай поженимся». У нас в гостях сейчас ваша внучка, прелестная, совершенно Вероника. Остановить можно. Хорошая девочка. Знаете, ничего. Да. Она что, плачет? Она что, не может найти себе кавалера без вашей помощи? Ну, наверное, не может. Посмотрите сейчас, какие парни. Им же одно нужно от девчонок. Она, видать... Да, а девчонкам другое нужно. Насколько я знаю Веронику, то ей тоже нужно одно. А ей что нужно, Людмила Ильич? Ну, чтобы был мужчина как с квартирой и с деньгами. Да. Она, знаете, плачет, сидит, говорит, такая дура по молодости, предала бабушку с дедушкой, они мне были как мать с отцом. А сейчас повзрослела, говорит, стыдно мне. А первый шаг не знает, как сделать на примирение. Любит она вас. Что будем делать? Может, простите? Мне делать ничего не нужно. Она знает прекрасно мой телефон и свое, и мое отношение к ней. Поэтому что ей... Это на что-то им ерунду говорит. А какое отношение? Вы ее любите по-прежнему? Конечно. И вы ее всегда ее любили, и никогда ее ничего не это сам. Никогда и не... вы ее ждете? Ваш дом открыт для нее? Ну, конечно, почему А она головой трясет, говорит, нет, не так. Вероника, у тебя есть возможность сказать бабушке сейчас? Скажи, бабушка тебя слышит. Бабушка, привет, я тебя не видела давно, рада слышать. Привет, моя дорогая, а что это ты вдруг решила через кого-то? Я тебе что, когда-нибудь отказывала в чем-нибудь? Ты чего? Нет, бабушка. Нет, бабушка. Людмила Ильич, а вот как вы считаете, пора Веронике в 19 лет? Может быть, правда ей стоит хорошего парня сегодня найти и выйти за него? Как вы считаете? Да, она должна сама решить, готова она выйти замуж, значит, пусть выходит. А я все равно вам желаю крепкого здоровья и терпения в этой жизни, потому что то, что вы уже сделали, то, что вы эту девочку... растили и воспитывали, столько отдали ей тепла и своих сил жизненных. Вам спасибо огромное, вам поклон. Знаете, очень бы захотелось с вами встретиться. Даст Бог, свидимся. Может быть, придете к нам на программу в следующий раз. Спасибо вам большое. Я буду очень рада. Я буду очень рада, потому что сегодня хочется общаться с такими людьми, как вы. Уже хватит с сумасшедшими. Вам спасибо. Всего вам доброго, бабушка, хорошего вам вечера. Люблю. Моя птичка. Любит она вас, видите? Все-таки близкие, это самые родные люди, ей бабушка, дедушка, папа, мама. Жених, который заменит всех, который будет папой, да. Мамой, который бабушкой, будет полностью, да. Все ее проблемы решать, помогать ей во всем. Скажите, Вероник, у вас ведь были, да, любовные истории? Да, у меня были отношения яркие, самые яркие. Это... Расскажите. Да. Расскажите. Ему 20 лет. Познакомились в интернете 1,5 года назад. Я ему сама первая написала, и он был в это время в Египте. Он мне ответил, там общение завелось, какие-то симпатии. И прилетел на 2 недели раньше. Привез мне подарок, букет цветов. Я об этом не знала. Я думала, он до сих пор отдыхает со своими друзьями, родственниками, братьями. Вот. И привез. И в этот же момент его подарок, который мне подарил, статуэтку, я разбила. Вот. Нечаянно? Нечаянно, не специально. Я держала в руках, и она у меня упала. Угу. Вот, и получилось так, что зря разбила. И я переехала к нему жить, мы жили вместе, хоть на мой маленький возраст. И для меня это было испытание. Для Почему? Меня это... Потому что у меня не было никогда таких отношений. Ну, когда-то не... должно все начинаться. Вот. Вас мама чему-то научила, то есть вы могли ухаживать не только за мужчин, за собой хотя бы. За собой ухаживать. То есть вы готовили там что-то делать? Я пыталась готовить, я готовить толком не умею. А сколько вам было лет? 17. Ну, вас бабушка не успела научить, потому что вы ушли от бабушки в 13 лет. А у мамы новые мужья, новые дети, новые отношения. Маме было не до вас. Мне кажется, такое бывает, когда не хватает материнского тепла, к сожалению. Парни, скажите, а что вас связывает с Вероникой? Ну, Саша, скажи,
Ой, мы сами из клубной сферы, поэтому очень хорошо ее знаем. Вот она постоянно, постоянно появляется в этих клубах. Вот, девочка очень позитивная, вот, любвеобильная. Любвеобильная? Любвеобильная, да. Это что значит? Девочка душа. Девочка душа. Для всех причем, без разбора. Для друзей. Разборчива в мужчинах? Да. Мне кажется, нет еще. Нет, да? Пока нет. На что клюет? На внешность, на деньги? На внешность. На внешность. Александр все увидел, услышал. Ты услышала все об Александре. Поэтому тебе остается только показать сюрприз и пойти в свою комнату. Мне кажется, внутри она мягкая. Просто нет такого человека, который бы раскрыл это полностью. На востоке, поскольку я наполовину кореянка и русская, у нас здороваются «Аннисио». Сложи руки вот так. Да, это как уважение знак. Наклонись. «Аннисио». Садись. Я не умею готовить, но могу сделать суши. И напоить тебя чаем. Если ты меня выберешь, я буду стараться учиться готовить, мыть посуду, мыть полы, убираться. Правда, честно тебе говорю. И палочками умеешь кушать? Конечно. Хорошо. Ты какую любишь? Я все люблю. Давай, хорошо, давай Калифорнию. Давай мне с огурцом. Накормила, сразу улыбка появилась, да? Спасибо. Да, вы можете с своей подругой проходить в комнату. Точно спотыкнулась. Что-то нас так прессинговали, я в шоке. Я предупреждала. Да. Как вам, Вероника? Красивая, симпатичная девушка. Сюрприз понравился, потому что суши люблю. Частенько как бы посещаю суши. Вот, ну, мне показалось, в принципе, 19 лет не молоденькая, но мне кажется, еще не нагулялась. Я думаю, что Вероника не очень разборчива в отношениях. Она не очень дорожит тем, что у нее есть. Я боюсь, что когда она станет постарше, она может накуролесить и насовершать всяких ошибок, которые потом невозможно исправить. Если вам она очень нравится, лучше ее брать сейчас в жены. Видишь, у них немного предвзятые отношения, потому что ты маленькая еще. То же самое, что каждый думает, особенно в молодости, что впереди еще ого сколько, и можно все будет переписать. Совершенно нет. И не случайно ведь говорят, что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. И это небольшой отрезок жизни, и его надо тоже достойно, в общем. Поэтому не хочется быть всех такими бабками, ну, которые а здесь не сидят. А что делать? Но если ее родители и родственники не сказали, я думаю, значит, маме надо. Все равно, а бабушка, вот разговаривая с ней, но я, кажется, людей чувствую, у бабушки такая боль, такая обида, потому что самые тяжелые годы, когда лезут зубы, когда вот эта вот школа, начальные классы, а они уже были не молодые, и взять на себя такой, а потом подросток просто говорит, а там моя мама родная, там моя кровь, и тебя предают. Пережить трудно, но нужно. Вот. И я не знаю, может быть, это так звезды в тот год сошлись. Василиса, расшифруй что-то. Я на самом деле думаю, что ситуация Вероники очень хороший урок для всех молодых девушек. Она ведь, если вы заметили, по разным словам и ситуациям, она все время чувствует себя обиженной. Я абсолютно уверена, что с бабушкой была та же история. Уходила, наверняка хлопнув дверью, не просто потому, что мама позвонила, а потому, что бабушка наверняка ограничивала. Вот молодые люди, молодые девушки, помните, что когда взрослые вам чего-то не дают, заставляют учить уроки, не пускают гулять поздно, чаще всего это проистекает из заботы о вас. Вообще воспитание и ращение человека невозможно без некоторого ограничения и насилия. Потом, ты знаешь, неспроста она ведь говорит то, что у нее плохой характер, что она дерзкая, что у нее чудовищное, это ей нравится это в себе, и кажется, что это такой шарм. На самом деле это абсолютно, ну, я просто часто упоминаю это, такая плебейская позиция. Мне так интересно слушать Ларису Гузееву, она прям такие умные вещи говорит. Я говорю, он тебе понравился?
Ну, вот этот если вот ему подкачаться, то да. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Александр. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Наталья. Я также люблю спорт, как и вы. Я надеюсь, у нас будет еще много общих интересов. Спасибо. Здравствуйте, Наташечка. С кем вы? Здравствуйте. Это мои близкие подруги Юлия и Екатерина. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Наталья, 24 года. Экономист в крупной компании. Жалеет о том, что не стала врачом. Гордится тем, что купила в Москве квартиру. Считает себя хорошей хозяйкой. Предупреждает, будет проверять мужчину на жадность. 3 года потратила на парня, а он отказался на ней жениться. Когда Наталья поставила вопрос ребром, тот предложил расстаться. Надеется, с Александром она не потратит время зря. Открою вам страшную тайну. Мужчины давным-давно просекли нас, дурочек, и знают, что мы их тестируем. Терпеть это не могут. Может быть, у вас есть какие-то такие хитренькие методы? Поделитесь. Как можно тестировать мужчину? Просто смотришь элементарно какие-то вещи там. Ну, как тестировать? Например, я заболела. Своему будущему мужу звоню и говорю, мне плохо. Он спрашивает, что ему привезти. Я говорю, ничего, только минеральную воду. А сама для себя уже решила, если он приедет только с минеральной водой, это будет его первый и последний визит ко мне. Вот я так тестировала. А вы как? На самом деле очень много сейчас мужчин, которые говорят, да, болеешь, ну, как выздоровеешь, звони. А зачем ты больная, ему нужна, интересная? Да. Известная поговорка даже есть на эту тему. Брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую. Ну, к сожалению, да, сейчас мужчины такие пошли, которые не заботятся. Посмотрите, у вас был возлюбленный. Да. И вам нужно было пойти к косметологу на чистку лица. Вы у него попросили денег, а он сказал... Ну, мне просто было интересно, как человек будет себя вести. То есть я проверяла такими вот какими-то мелкими моментами. То есть я говорила, вот я хочу сходить к косметологу, а вот денежек нет, а вот очень хочется. А сколько надо-то было? Ну, элементарно там 2000. Просто там, не знаю, масочку какую-то сходить сделать. На чисточку, да, на чисточку. И человек говорил, ой, да, ну, может быть, ты в другой раз сходишь, когда у тебя будут деньги. То есть помощи какой-то, то есть нет, он не поддался на проверку. Да, он не поддался. Наташ, вот смотрите, мужчина никогда не должен знать, что вы ходите и делаете себе чистки. Он должен думать, что вы просыпаетесь, вот такая вся прекрасная, это у вас от природы. Вот в это бабское посвящать им совершенно их не нужно. Провинциалка какая-то. Куда она вот как на тебе ее голубое него? Ну да, прическа старомодная. Очень просто. На Украине в деревнях такие носят. И вы расстались с ним? Или еще какое-то время? Нет, он ухаживал. Он планировал, может быть, какие-то более интимные там отношения, да, более близкие. То есть была стадия ухаживания. И мне просто было интересно, как человек там будет ухаживать. Дарит ли он будет цветы, будет ли он звать там какие-то... Так у вас с ним еще один ничего раз, может, не быть, было? Подарил? Нет. Так было у вас что-то с ним? Нет, ничего не было. То есть он просто ухаживал. То есть вы у него попросили денег, неважно на что, он вам их не дал, и вы поняли, нет, я не поняли, просила что... денег. Нет. То есть я сказала, что вот мне бы... Я просто как бы в разговоре... Нет, ну, конечно, вы просили денег, конечно. Только не так, дай мне открыто, пейте денег. Да, но вы просили денег. Говори достаточно уверенно то, что она хочет от мужчины. Это его и напугает, милая, скорее добрая. Всего. А вторая история? В 19 лет у нас были общие друзья, познакомили нас. А у нас была любовь с первого взгляда, можно так сказать. Мы начали жить вместе. Мы прожили практически 4 года. То есть ему не было 19, ему было 22. То есть достаточно такие молодые люди, очень юные. То есть я тогда еще училась, а он уже работал. Жили у меня в квартире, но... Как мужчина, он меня не содержал, он мне не помогал, подарки не дарил, за квартиру не платил. Да, но на тот момент он работал, я не работала. То есть какой-то помощи от него я не видела. А на что жили-то? Мама помогала моя. А откуда же у вас квартира нарисовалась? Это ипотека. А кто же вам такую ипотеку-то может дать? Это же все-таки кредитоспособные это должны быть. Может, и взнос первичный. А кто помог, мама или кто? Ну, мам, конечно. Чего она взяла ипотеку, а потом эту ипотеку будет расплачивать ее ухажер? Да. Наташ, вот перед вами сидит конкретно Александр. Он уже заскучал, хотя глазами вас поедает. Вам наверняка хочется мужчину состоятельного, признайтесь.
Хочется мужчину, который имеет цель в жизни, который хочет чего-то добиться. Послушайте, у каждого учителя по физкультуре есть цель. Это не значит, что... чемпионы. Почему? Или у энтомолога, который изучает жуков. Есть, например, цель найти уникальный вид, конечно, который еще в природе никем не открыт. Поэтому про цель, знаете, недостаточно. А ваш мужчина с какой целью? Чего достичь-то? Цель делать благо вам? Ну, я думаю, мы должны смотреть с ним в одну сторону. Господи, то есть, да я думаю, вам что эта сторона-то должен... всем Но это и есть, это иносказательный рост фраза. Он должен зарабатывать на то, чтобы мы с ним вместе жили лучше. Я в основном. А, но все, это... поняла вместе. Я не говорю о том, что он там сейчас должен помогать мне выплачивать ипотеку. Нет, я не хочу ни в коем случае... А почему бы нет? Я не хочу ни в коем случае перекладывать свою ответственность на человека. То есть я сейчас Александра спугну. Может, подходит, скажет, хорошо, ипотека, а если вот он просто волонтер, любит людей, ему вообще все равно, где жить. Он живет по общежитиям, я не знаю... Собирают бездомных собак. Ну, к вам он готов переехать. И цель его — мир во всем мире. Конечно. Ну, значит, будем на благо миру вместе с ним служить. То есть... Вы знаете, вот, Лариса, я вот слушаю нашу невесту, ну, не верю ни одному слову, более того, раздражаете вы меня. Знаете почему? Почему? Вот больше уважает девчонка, которая пришла тюнингованная. Вот все говорят, вот это стоит дорого. Поэтому, мил, если у тебя денег нет, при всем моем уважении, просто не хочу никого этого. Роза, но ведь еще вот есть другие девчонки. Все правильно. Нет, вот у нее глаза блестят, спрашиваем про деньги, вроде деньги хочу. А если денег не будет, тоже вроде бы. Ну, вы же как-то определитесь. Если у человека есть цель, если он чего-то хочет добиться, почему нет? Да. Ну, на самом деле, Наташа немножечко хотела по-другому сказать, потому что про того человека, с кем она жила, рассказывает, она зарабатывала сама. На самом деле, она уже с тех пор работала, а в квартире жил. Ну, скажем так, но, по крайней мере, ты хотя бы старалась. Он не платил ни за квартиру, он не платил, ни, дом, ни за квартиру, не да. Он не обеспечивал. Он брал машину в кредит, и он выплачивал свою машину. А вы должны были его кормить и все остальное за но квартиру. Ну, кто же заставляет-то? Вот, ну, любовь. Это были чувства, да, конечно, чувства, любовь была. Молодость, я Роза. Думала, что человек сейчас выплатит так, вот так за машину. Так сейчас хотите будет такого? Вот мы же про это и спрашиваем. Жуков будет любить? Невозможно в 18 лет уже жить себе мозгами 50-летней женщины. Невозможно. Она должна свои ошибки накопить, потом она их должна исправлять. Кстати, заметьте, да? Не идет речи о чувствах вообще. Ну, послушай, квартира, ипотека, деньги, чувство, типаж, характер, какая-то, ну, изобразие, симпатия, антипатия, вот этого нет, ничего не обсуждается. Конечно, хочется, чтобы мужчина помогал, конечно, хочется иметь твердое плечо, которое тебя поддержит, поможет и тебе во всех проблемах. И вот эта финансовая, так сказать, подпорка не испортила еще ни одни отношения. Конечно, я вам хочу сказать, конечно. Когда любишь. Понимаете, отношения портят что? Лень, бесконечная, безденежная, когда твои подруги едут отдыхать там в Грецию летом, да, а ты не можешь в Подмосковье ипотеку выехать. Конечно, это портит, это делает дурным характер твой, это оставляет какие-то морщины на твоем лице. Мы все про вас поняли. Спасибо. Покажите сюрприз. Ну, так как я увлекаюсь фотографиями, это мое хобби, как модель, да, я сделала Александру такой календарь викидной на 12 месяцев со своим изображением. Здорово. Чтобы ты каждый месяц налюбовался моей личностью. Пусть ты ее повесишь там где-нибудь на кухне, да, либо в офисе. Вот. И, может быть, если у нас все совпадет с тобой, мы будем отмечать здесь какие-то наши общие праздники, день нашего знакомства. Не наших. Вы этим зарабатываете, Наташа? Нет, или... это просто мне нравится, да. Я просто, ну, пока молода, я думаю, можно запечатлеть. Спасибо. Потом детям прекрасный покажу подарок, спасибо. Представляешь, как замечательно. А когда уже поженится, можно делать супругу такой подарок. Например, середина декабря. Купил ли ты мне подарок, дорогой, чтобы сразу было отмечено? Да. Или в феврале. Готовимся к 8 марта. Спасибо, девчонки, у вас прелестная подружка. А четко, ты посмотри, как она этого мамки-то стоит. То есть к ноябрю дойдем до свадьбы. Все свадебное. Ну, у нас тематика, давай поженимся. Молодец, молодец. Правильно, правильно. Чтобы видеть, как я буду выглядеть в своем платье. Спасибо. Проходите в свою комнату. Очень красиво. Хорошенький. Ух ты! На телеэкране одно, а здесь... Ну, что скажете, Александр? Красиво, симпатично, понравилось. Наташа, ты ему понравилась, смотри. Он так на тебя тоже смотрел. Обращал внимание, кстати. Роза, тебе понравилось? Да, Наташа мне понравилась. Более того, мне нравится работящая. Закончила институт, правильно за ипотеку, собственно говоря, держится. Раздали, значит. А что на клубы-то, правда, доверие, конечно.
считаю, что вообще просто вот готова невеста. И возраст хороший, что дальше-то тянуть, в общем-то. Готовая. А Василиса, что там, звезды? Ну, она действительно очень требовательная и не всегда уживчивая в отношениях. Женщина, которая хочет управлять мужчиной полностью, которая хочет, чтобы все было в отношениях на ее усмотрение. Но поверьте мне, таких женщин совсем немало. Она, конечно, планирует свою личную жизнь как то, что она последняя принимает в отношениях решение. Да, властная женщина. Но можно сказать, что внешне по типу это ваша девушка. Может быть, вам удастся ее перевоспитать, еще время есть. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрины» продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Проходите, удачи. Александр, очень рада нашему знакомству и надеюсь, что наша встреча будет с тобой не последняя. Спасибо. Она его сверлит взглядом. Да. Хищница. Здравствуйте, Яночка. С кем вы пришли? Я пришла со своей сестрой, со своей лучшей подружкой Ксюшей и Катей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Яна, 21 год. Помощник генерального директора в рекламной компании. Занимается дайвингом, читает русскую классику, любит делать татуировки. Мечтает о троих детях. Признается, что сгоряча может наговорить лишнего. Жалеет о том, что впустила в свою жизнь недостойных людей. Первый возлюбленный изменил Яне с лучшей подругой, второй променял ее на телешоу. Яна надеется, что у Александра серьезные намерения. А вы такая молоденькая и уже так увлекаетесь татуировками. Давно ли? Ну, и много ли их уже? Татуировка, я сделала 18 лет. На самом деле их 6 уже на сегодняшний день. Я считаю, что тело женщины должно быть нежным, чистым, да, и вот без всяких вот этих вот каких-то украшений. А вы знаете, что к нам очень многие приходят мужчины, достойные, прекрасные женихи, и у них единственное условие, чтобы на теле девушки не было татуировок. Зачем вы сужаете себе, так сказать, количество кандидатов в мужья? Сейчас это легко выводится. Не рассказывайте, это не так легко, и остаются шрамы. Шрам. Ну, главное, что это мне нравится. Я же это делаю не для кого-то. На спине у меня имена родных, и очень красиво это набито. Шрифт не читается. То есть, если вы посмотрите на нее, вы никогда не поймете, что это написано. А любимому скажите, как вам кажется, почему вами мужчины пренебрегают? Почему не женятся? Почему не идут в отношения? Ну, на самом деле, мне кажется, что это из моего характера. А что в вашем характере не так, Ян? Ну, я очень эмоциональный человек, очень вспыльчивый. Я могу сказать что-то, не подумав, и потом мне за это бывает очень стыдно. Любите доказывать свое, бороться. Я люблю доказывать, да. А контролировать себя не пробовали? Вы же существо разумное. Я стараюсь, конечно. Вот расскажите про первого парня, с которым у вас было все как в сказке. Нас познакомил друг. Мы стали больше проводить время вместе, жили какое-то время. Но разные интересы. Очень важно, чтобы у партнеров были разные жизненные позиции, цели, задачи. Я как-то ушла в семейность, и мне это очень нравилось, хотя мне было меньше лет, чем сейчас. А ему надо было гулять, тусоваться. Первые полгода мы гуляли и тусовались, а потом меня это перестало устраивать. Поэтому начались ссоры. Так она тоже тусуется, и чего ее не... Не, она говорит, что с молодым человеком встречались и тусовались. А как такое возможно, что молодой человек позволял ей вместе с ней тусоваться? Не закрыл ее дома, не сказал, нельзя в клуб. Ладно, не надел наручники. Я, последнее дело, да, там я. Скажите, а как так случилось, что вы застукали его с подружкой? Это не это, моя лучшая подружка, другая. Это я. Да, как получилось? Ну, у нас постоянно был с ней конфликт по поводу того, что все молодые люди, которые нравились ей, почему-то я ничего честно не делала, почему-то переключались на меня. И в определенный момент мне казалось, что она это делала мне назло, потому что это не единственный был молодой человек, с которым она так поступила. И она об этом просто начала всем рассказывать. Она гордилась тем, что она как-то его заманила. Увела, да? Увела, хотя он не ушел к ней.
Просто он до последнего врал, что это неправда, что ничего не было, но у девочки, видно, не хватило ума этого скрыть. И а зачем с ней дружили? Мы дружили с юношеского возраста. Ну хорошо, вот когда вы ее застали со своим мужчиной, как она это объяснила вам? А никак. А я не стала. А зачем спрашивать? Ну, если ты уже знаешь, и знаешь это наверняка, зачем... Ваш друг не пытался каким-то образом? Он отрицал все это до последнего, естественно, но правда не волк. А подружка была убогонькая, но объективно. Нет, я бы не сказала так. Ну, для меня чисто внешне... У меня была такая, влезла ко мне в дружбу убогонькая. Сейчас живет в Швейцарии, если смотришь, Люда рыжая. Парь ты последняя. Низкорослая, коротконогая. Но ей хотелось переспать со всеми знаменитостями. Вот просто вот такая цель. Вот со всеми знаменитыми мужчинами. Ужасно. Я была с животом вот такая беременная. Просто уже еле ходила перед родами. Она влезала просто в мою жизнь. Вы знаете, ее в дверь, она в окно. Вот ей нужно было обязательно, понимаешь? Вот человек без принципов, без гордости, без всего. Убогонько, одним словом. Убогонько, что с тебя взять? Я бы не назвала бы. Вот, поэтому я к вам с вопросом. Наталья, была ситуация? Нет, я бы не... А не стоило простить своего мужчину было? Это невозможно. Мне кажется, что она будет сидеть дома и... только набивать себе новые татуировки, ходить по салонам красоты. Ксения, вы старшая сестра? Да. Сколько у вас разницы? У нас 7 лет с Яной. Вы считаете, что ей пора? Я считаю, что, в принципе, да, в виде ее отношения к семье, ей, в принципе, никогда не были интересны клубы. Она очень любит детей, она хочет детей. То есть внешне она выглядит достаточно современной молодой девушкой, но... Наше воспитание, у нас папа офицер. Один другого не исключает. Нас достаточно, да, хорошо. Воспитывали нас достаточно так старомодно. Да? Хорошо, ну больше не разукрашивайте себя татуировками. Хорошо. Потому что встретите достойно, он скажет, все мне в себе нравится, я, ну вот это... Показывайте сюрприз. Хорошо. Спасибо. Не переживайте, резать не буду. Хочу, чтобы мы сделали одинаковый рисунок с тобой на руке. Ну, и для этого я приглашу Ольгу, она мне поможет в этом. И надеюсь, ты не против. Нет, конечно. Кольчик на колене купола. Она рисует сердцевину цветка. Это нас будет объединять с тобой. Цветок символизирует будущее. Чтобы у нас с тобой все было... Прекрасно. Да? Надеюсь. Зачем нам меченый мужчина, девочки? Его сейчас пометят. Ничего, так быстро все стирается. Может быть, это какая-то магия. Все? Спасибо. Если Александр сегодня выйдет не с вами, как долго еще будет память о вас красоваться на его ладони? Но недолго, он сможет ее смыть. Очень хорошо. Тогда спасибо вам, проходите в свою комнату. Спасибо. Александр, как вам Яна? Симпатичная девушка, понравилась. Я и думала, подарок она... такой оригинальный. Красиво так. Очень красиво. Не стирай. Ничего не смутило, ничего не насторожило. То есть... Ну вот насчет татуировок, то есть как бы я, в принципе, не то чтобы сказал, что я против их. Но не хотелось бы, чтобы с ними перебарщивали. То есть, как бы, все должно быть в меру, мне кажется. 6. Целый список родственников на спине. Ну, в принципе, понравилась девушка. Симпатично, красиво. Да, мне тоже Яна понравилась. Мне показалось, что она достаточно рассудительна для своих лет. Знает, чего хочет. И это правильно, прекрасно. Поэтому я за Яночку. Роза. Ну, я разочарована. Так хорошо все начиналось. Прямо вот и разговоры, и родитель у нас богатый, сама красавица, фигурку я оценила. Ну и так закончилось, какой-то фигней непонятной на руке. Ну, мне кажется, у меня был интересный сюрприз. Да, интересный, со смыслом, самое главное, да, необычный. Я считаю, что ваш тип женщины, она, конечно, красавица, но... Если она не будет спорить, если вот в себе это подавит, выводить мужчин на чистую воду, прищучивать, бороться, все время находиться в состоянии какого-то противоречия, а я считаю, что она девушка умная, может это сделать, станет быстрее счастливой. Если это растянется на долгие годы, ну, придется подождать. Я согласна, да, с Василисой. Я полностью, да, согласна с ней. Чужие умеют. Александр,
Ну, в общем-то, есть из кого выбирать, согласны? Да, согласен. Все очень красивые, достойные. В каждом есть свой изъян. Все красивые, хороши по-своему. Вот. И такие оригинальные подарки. То есть понравились. Но я сделал свой выбор. Он уже сделал выбор без помощи. Самостоятельный мужчина. Не будет никого слушать. Всем прекрасно знаем, что красивыми восхищаются, а умных любят. И сочетание красоты с умом, хотя достаточно редкость, а у нас сегодня такое сочетание было. Наталья. Поэтому я за нее. Я тоже за Наталью. И по возрасту она вам ближе. Все-таки и Вероника, и Яна еще такой сырец. Пусть они немножечко поэкспериментируют. Не на вас. Вам не надо. Вы достойный жених. И, мне кажется, Наташа вас может осчастливить, а вы ее. Да. Отлично. Более по возрасту подхожу. Остальные девочки все-таки... Я думаю, он самостоятельно тоже выбор сделал в пользу тебя. Ну, это сразу видно было. Ты покорила всех просто. Ой, девочки, зайдет ли? А звезды? У нас сегодня интереснейшая ситуация. Если посмотреть гороскопы Натальи и Яны, обе вам подходят. Но обе с вами будут бороться, правда, разными методами. Поэтому вам сейчас предстоит выбрать, с какой из них вы хотите бороться и как. Наталья будет вспыхивать время от времени, активно давить и пытаться выяснять отношения, но, еще раз повторюсь, это будет время от времени, редко, не постоянно, неожиданно для вас. А Яна будет постоянно находиться в каком-то противодействии, будет всегда в отношениях какая-то важная тема, по поводу которой вы будете полемизировать. Вот и выбирайте, чего хотите. Ты будешь, да, молодым человеком, он тебе понравился? Понравился? Ну, да, понравился, думаю, что выйду. Мне почему-то кажется, что он зайдет. Не знаю. Нет, посмотрим. Я думаю, вы уже выиграли, поэтому проходите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Михаил, 30 лет, номер 2186. Менеджер в кинокомпании. Коллекционирует человеческие типажи. Мечтает снять русскую комедию и купить 3 квартиры в центре Москвы. Женится на в меру серьезной девушке, которая умеет поддержать философскую беседу и от души подурачиться. Вячеслав, 36 лет, номер 2187. Временно не работает. Один воспитывает больного ребенка. Мечтает встретить симпатичную, добрую, понимающую девушку, которая полюбит его всем сердцем и станет матерью его сыну. А мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и давайте его поддержим. Замечательно. Пойдем. Сегодня у нас есть пара Александр и Наталья. Мы дарим нашу паре замечательные конфеты «Степ» от конфетной фабрики «Славянка». Они сделают вашу жизнь сладкой, а настроение ярким. «Славянка» несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 44. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи, спасибо. Для своей любимой девушки я готов готовить каждое утро завтраки. А что на языке знаков, Василиса, в первый день знакомства означает «яйцо»? Все друзья тот же самый вопрос задавали. Мы на этой почве поругались. А потом я уже просто подарил кольцо. Да. Все, мы расстались. Она, вы знаете, она даже его, как в анекдоте, пыталась спрятать в шкаф, но он не влез, он на балконе прятался. Это вот если бы я была бухгалтером или учительницей, я бы себя так не вела. А я, можно сказать, практически артистка, практически Сибитова. Я сама на этих участках ГНБКО походила, с нашими ребятами, да, прям на каком смысле это?